Всем привет, друзьям и подписчикам. Сейчас я вас ознакомлю еще с одним сайтом. Недавно он открылся, Moz Money называется. Вот. Пройдете по ссылочке, по моей, будь внизу, под видео. Попадете вот на такую вот страничку. Вот, зарегистрироваться, вот написано. Ну, зарегистрируйтесь, регистрация здесь. Простая, все. Я как зарегистрирован, я сейчас войду в систему. Вот. Вот мой, пожалуй, здесь достижение активный. Полоса достижения новичок при регистрации. Потом заполните анкету всю. Там прорешаете, будет 21 трек. А когда вы все заполните, у вас получится будет 25 треков в сутки. В общем, я вот второй день, 4.19 я заработал. Ну, плюс еще ко мне начали заходить рефералы. Вот, наберете... Вступите в мою команду, наберете своих рефералов, и вполне можно будет зарабатывать на этом сайте. Вот она, это есть моя студия. Вот я уже проходил, 25 доступно в сутки. Вот я прослушал 21, 4 осталось. Ну вот, нажимайте на кружочек. А потом я, чтобы не перезагружать страничку, вон, палец нажимаю, лайк, и вот, слушать следующий трек. И начинается следующий трек. Вот профиль моей студии, здесь очень просто. Вот прослушано 125, 3.97, так вот. За сегодня 0.63 вот прослушал, 63 копейки. Ну, в принципе, он сайт не загружает ничего. Включил, перешел на другие, на что-то там. Ну, на другом сайте сидишь, себе решаешь, а музыку можно вот, наушники одел и слушать. Вот профиль, конкурсы здесь будут. Но пока конкурсов нету, и здесь... В общем, от 0,01 копейки до 100 рублей. Сначала были по 5 копеек, потом по 3 копейки. Ну, я так понял, в зависимости от рейтинга. И будут прибавляться вам денежки. Ну, и в зависимости от рефералов. Вот, будет здесь сайт новый, только недавно открылся. Вот, будет плюс 2, ой, умножить надо, умножить на 5 и VIP. Сейчас они еще пока не работают в разработке. Вот, VIP, наверное, будет хватить. Денежки там плюс 2, ой, умножить надо, значит будет не 25, наверное, 50 треков, ну, за отдельную доплату, наверное. А VIP-статус, это уже, может, там 100 роликов будет, или также 25 роликов, но уже будет дороже. Вот, я так думаю. Конкурсов пока здесь, по-моему, нету, тоже я включал. Сейчас VIP тоже в разработке. Опять на профиль вернулся. Потом реферальная программа. Реферальная программа уже есть. Вот рефералы, промо-материалы, как приглашать. Рефералов написано. Есть промо-материалы. Ну, поэтому вот рефералы. Заработал 22 копейки. Вот. Зашли у меня 5 рефералов. За сегодня 2 реферала. Вот второго уровня. Тоже один реферал зашел. Ну, в общем, это вот первое окошко активно. 20%. Второй уровень 7, третий 5. Но здесь вот для активации необходимо иметь 1000 рефералов первого уровня. Вот надо набирать 1000, чтобы на второй перекинуть, чтобы на третий. Если вы наберете столько рефералов с трех уровней, будет уже, естественно, заработок хороший. Вот, вот ссылочки мои для привлечения рефералов также у вас будут. Ну, промо-материалы. Это тут баннеры разные. Вот, по-моему, пока один баннер. Вот, его можно на любой сайт пересылать, слушай музыку, получай деньги. Бесплатное участие. Здесь вложений никаких нету. Пожалуйста, можно на пассиве сидеть и зарабатывать. Как приглашать рефералов, почитайте. Это ваша активность, тут новости, финансы, служба поддержки, база знаний. И факт, почитайте, как тут чего все делается. Вот, здесь есть достижения. Вот, новые достижения пока достижения пока новых нет. Сейчас переключимся. Достижения это, наверное, это, или профили, наверное. А, вот достижения. Вот, активное мне сейчас было новичок, стало активное достижение. Ну, это от просмотра треков. Можете делиться, вот, Facebook, Twitter, ВКонтакте, в Одноклассниках. Можете рассылать, ну, приглашать. Рефералов в команду набирать. Вот
трех, я 12, но я так вообще не, несколько дней здесь, ну, не часто захожу. Треки 25 надо, я не все там 2-3 прорежаю, потом ухожу на другой сайт. Иногда, ну, хочется разбить. Так, вроде сайта он не загружает ничего. Так что вот смотрите, я вам ссылочку пришлю. Пожалуйста, регистрируйтесь, заходите в мою команду, свою набирайте команду, и на пассиве можно зарабатывать деньги. Мне считай, 4 рубля, вот 19 копеек. Я говорю, вот второй раз это не 21 трек прошел, не 25. Вот. Я, наверное, второй и третий раз по 25 прохожу. Ну, немножко рефералы заработали. Система реферальная неплохая. Так что приходите, все, регистрируйтесь. Проект неплохой. Вроде тут есть у них группа ВКонтакте. Можно что-то написать там. Или что-нибудь предложить им. Они посмотрят, мало ли что здесь. Здесь можно также свои рекламы размещать. Конкурсов нет, вот моя студия. Мои активные достижения. Рейтинг уже 680. Понятно. Тут быстро набирать. Сначала новичок стоит, потом 500. Там анкету заполняешь. А, еще за аватарку какую-нибудь любую поставите. За аватарку вам добавляется. Вот вы сейчас за сутки у вас будет 21 или 20 треков. Аватарку вставляете, и вам сразу 25 добавляется сразу треки. Еще 4-5 треков. Вот, ну, в принципе, вот и все. Вывод здесь денег. Вот мой баланс. База знаний, где здесь. Это вывод. Вывести, что-то я не найду даже. Выход, мой баланс. Наш мой баланс. Сейчас посмотрим, где-то он. А, вот он, баланс. Вывести деньги. Вот, доход 3,97. Вывод средств. Здесь вывод сейчас посмотрим. Нажмем чего здесь. А, начальная сумма для вывода средств для всех пользователей 30 рублей. Потом 200 реферал первого уровня. 500 прослушанных треков уже 20 рублей можно. И третий шаг это 500 реферал 15 рублей. Вывод можно на Payeer, WebMoney, Яндекс кошелек. Вот я все вам показал. Так что смотрите сами, потихонечку раз прощелкал, прослушал музыку, все равно сидишь в интернете, так делать нечего, музыку включил. Но только здесь нету Payeer, чтобы включил, и все один за другим. Приходится возвращаться на сайт, переключать музыку, вот это плохо. Но есть еще музыкальный проект, там Payeer, 200 рублей, я помню, сейчас платил. Но там у них, да, можно там добавлять, я уже забыл, как денежки. Короче, у меня там треки уже, по-моему, по рубль чем, по два чем, по три чем-то доходили. Ну, я там платил. По продвижению треков этих дорогие. Ну, они, как обещают, 25 треков. А как там начинаются дорогие треки, они то 1, 2, 3, 4 от всего трека, все, и больше. Как бы, должен админ добавлять, а не вот нам не прислали треков. Не добавили, как рекламодатели. Валят на рекламодателей, а должен все заниматься админ. Ну, короче, обман планируется. Но здесь пока вроде все работает. Здесь вложений пока никаких не надо. Вот будут добавки, вложения, VIP, вот эти посмотрим. Можно немножко вложить, посмотреть, или в другой поработать. Если нормально, значит можно. Ну, в принципе, с ними может связаться админ здесь. Увидите, здесь ВКонтакте можно зайти. Это где-то не знаю, служба поддержки или факи. Нет, не служба поддержки. В разработке все. Это я смотрел эти финансы. Вывести или фак, по-моему, где-то у них тоже. Вот. Вопросы здесь можно. Почему бесплатно? Всегда будет бесплатно. Как мне вывести, заработать деньги? Есть ли комиссия на вывод? Как часто происходит выплат? Как заработать на партнерской электронной программе? Плюсики нажимайте и читайте. В общем, здесь где-то их не есть. Ну, пощелкайте, посмотрите здесь. Группа ВКонтакте у них есть. Можно в группу подписаться. Там тоже есть вопросы, ответы, отзывы.
ее, может, она ушла, так в группу где-то должна быть. Нет, может, профиль. Нет, ну это подписки. Где-то была группа. Сейчас я даже не знаю. Ссылки в соцсети. Ну, посмотрите. Сообщения, новости, профиль. Доступно только. Сколько вот вам доступно. У меня там уже 21 прослушал. Ну, в общем, сайтик неплохой. Приходите, поработаем вместе. Ну, все, вроде. Всем пока-пока. До скорых встреч.